Ты, кстати, живая, да? Я не знаю. У тебя, по-моему, еще это как должно быть жива. Олень еще, наверное, может быть живой. Ты чё? Нет, олень умер очень давно. Не-не-не, меня просто сейчас загрузило в том месте, в котором... Или я до сюда успел добежать просто? Олень сдох еще 100 лет назад, ты чё? Там откиньте минут на 5 назад. Или мне просто показалось, что откинул. Что-то не заходит. Не могу подключить. А, вот все. Ну, давай, наверное, еще чуть-чуть поиграем и немножечко все-таки сделаем перерыв на часик, на два. Ты как раз в магаз сходишь. Угу. А, смотри, олень еще живой. Охренеть. Окей. А чё тебя так настолько откинуло-то? Не знаю, видимо, не сохранилось. Значит, я не пойду туда. Так, ну чё, тогда можно, в принципе, попробовать мамонта приручить. Я вот только не могу, знаешь, что понять? Насколько далеко откинуло? Ну, смотри, у меня олень. Надо, походу, реально периодически выходить из игры, я даже не знаю. Понятно, насколько. Каждый час. Насколько? Не, ну не каждый час. Ну где-то минут на 20, наверное, откинуло. Ну, такое себе. Не, нормально. Зато твой олень живой. Ты смотрел, что нужно для турели было? Сейчас посмотрю. Так, турельки. Давай я пока мамонта сагрю, нужно это. Шкуру нужно давить. Зачем? Чинить тебе нужно шмот все равно. Так уже. Ну, вообще да, надо. Но пока даже это шмот нам не есть. Так, а для турели посмотрим. О, шлем шахтера. Надежная физическая защита, на нем там не переносить жирных лап. Составляется со странным источником света. Блин, он так умер. Чё-то я ни одной турели не вижу. На каком они левле? Ни одной турели не вижу. А, ну я еще ничего не могу сделать. Мы еще не можем ни одной турели сделать. А какого там, до какого уровня они? Ну, первая турель на 68-м. Это сейчас Вики смотришь или? Нет, я сейчас смотрю у себя в инвентаре. 68, понятно. Зато можно сделать С4. Да, там что-то из пороха делается. Ага.
клеить на каких-нибудь особо опасных. И все. Вот к ним подойти сначала можно. Ну, можно наклеить им под ноги. И что там крафтится? Скажи. Я уже вышла. Ну, там что-то порох 50, и все остальное у нас есть. Типа волокно, камень. Блин, как мне... Ладно, сундук не нужен. Так, я сагрю волков. Хочу убить. Этих тварей. Так, согрел. Бежим, 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 бежим. Что-то они не бегут за мной. Чё? Меня так пальму растянуло. А ты убил их? Одного убил. А где еще один? За мной бежит. Да? Бежит? Посмотри. Да, бежит. Угу. Нифига себе там, блин. Я не знаю, он так отскочил. Бедный волк. Сдох? Конечно. И... Так, что здесь интересного? У них лук. Возьмем, пригодится. А у этого волка что? Каменная кирка, стрела. Рецепт. О, фрикария рецепт. Кого? Кого фекалия? Фрикари какой-то. Сейчас. Вот, смотри. Сейчас выкину. Где он? Наверное, надо было его посмотреть. Он просто, видимо, прочитать надо было его. То есть, что там? А, нет, вот он. Все нашел. Он, короче, где-то там твой бургер, буржер, там вот это все дело. Так, шкурки появились, если что, маленько. Я их скинул. Так, сейчас я отремонтирую этот кирку свою. Топорик. Так, арбалет.
А вот так сделать, чтобы не уничтожать все грядки. Сколько живности, мамонт с кабанами, с динозаврами, с волками. Ужас какой. Убить их всех надо. Ну, убей. Там что-то жестко. Ну, я не мамонта сожру сейчас. А, они там дерутся. Они все вместе. Все ну, там, сожрали. Блин, там толпа такая прям. Что сейчас с грядками там возишься, да? Нет. Я не знаю, как эти грядки. Их надо заново все переделать. Надо все уничтожать, то, что их надо было на фундаменте ставить. Я думаю, их на землю именно ставишь. Нет, в плане. Ну, я понял. Я думал, ну. Да, значит, их сломать и, соответственно, лежит на фундамент. То есть помещение Пипец. Для них целое сделать. Обидно. Как бы семян там. Динозаврика нет. Хочешь? Динозаврика? Хочу, конечно. Сколько у тебя этих? Стрел 16. Сейчас я. Угу, все. Бежит. Ты что делаешь? В эти ворота. Ты странно там бегала как-то. Я думал, камикадзе. Где он? А. Вот он. Так, удирая, значит, сейчас упадет. Все. Упал. На какой мясо. Левел? 9, неплохо. О, так. Не, пока мясо не надо. Пока что надо наркотики. Там межибери я немножко собрал. Межибери есть, да? Так, сейчас пойдем посмотрим. О, это что такое? А ведь мусор всякий от этих сраных. Угу. А почему, интересно, вот этот мусор у них? Как это понимать? Ну, фиг его знает. Но они, в принципе, достаточно мощные сами по себе. Волки, видимо, какие-то бонусы. Либо, ну, типа, жрают других каких-то, типа, игроков. Типа. Так. У меня есть предложение. Какое? Сделать второй этаж и поставить там ящики. Что, не влезает уже? Угу. Да. Там динозаврик там бежит. Ладно, заморим его голодом и. На втором этаже можно грядки устроить. Не-не-не. Ломать грядки будут, на да? втором этаже, да, ломать будут. Грядки вот там, вот как раз там отличное вот это место, туда вообще никто не ходит, ничего никто не ломает. Жаль, конечно, ломать грядки, но придется, ладно, начну, наверное. Так, благо, можно эти удобрения забрать.
А, блин. Фундамент нужно поставить. Этот не каменный. Блин, я вот серьезно не знаю, а на чем реально на фундаменте. Ну-ка, сейчас у меня где-то был, по-моему, соломенный фундамент, и я хочу проверить. А, у меня же есть построенный фундамент. Сейчас посмотрим. Не, да, да, на фундаменте ставится. Как стена обычно. Ну тогда деревянный фундамент. Собак нету. Опа, офигеть. Никогда с такой дали не попадал. Сортное мясо нужно? Да. Иди сюда. Угу. Я, в принципе, могу в эту положить просто его сразу. Нет. Дай-ка. Ну-ка.
Блин, он не голодный вообще никак. Был бы холодильник у нас. Запили? Холодильник. Еще мясо подросло. Давай. Это ты из кого достаешь? Это сейчас из птицы выпало. Первый из мамонта. Сейчас второго мамонта выпилю. Собак-то я убил здесь, поэтому никто не мешает. У нас вообще нет мяса, кстати, его приручать нечего. Сейчас будет. А это мамонт там тупит. Еще мясо есть первосортное. Ксюша? Угу. Ура! И обычная. Ага. Если обычная есть. На, еще сразу шкуру возьми, кинь в этот верстак. Угу. И починись, если нужно. Угу. Пойду спасибо. Орла убью. Тебе там не скучно? А ты что-то ходишь, ходишь. Мясо добываю, что мне скучно должно быть? Ну не знаю. Всякое бывает. Ой, там носорожек. Так, что-то носорог очень быстро бежит. Глянь, он там меня сильно догоняет. Так, сейчас. Блин, еще бы видеть тебя. За кочкой не вижу сейчас. Кто да, кнул? Очень сильно догоняет. Олень, олень, оленя уводи. Сейчас я его убью. Ху-ху! Он у тебя так же летает? Да, точно так же. Ну, хоть одинаково где-нибудь. Ужас. Так, кто еще? Там еще орлы. Ленивцев убивать бессмысленно. Ну, я отремонтировала все, спасибо. Так. Продолжу порядочки делать. Нравится, что я могу долго бежать. Да я выносливость апнул. Так, ну-ка, семена. Блин, я всякие.
какие можно было семена запихнула. Да, семян больше нет нормально. Как-то нету. А какие тебе нужны? Ну там всякие стимбери и прочее, а мне бы кукурузка. Ну, и... у меня есть. Так, есть одна картошка только. А у тебя есть, да, нормальные какие-то кукурузы и прочее? Ага. Это хорошо, давай. Так, я так понимаю, здесь не рисаются кристаллы, потому что мы, наверное, камни раскидали. Так, на тебе. А, вот, сейчас. Вот, вот, вот. Ага, спасибо. Все, остальное. Ой, тебе. Там опять агродинозавры сзади. Так, давай-ка я, наверное, их попробую убить. Убить, думаешь? Хотя не, лучше не стоит, а то они съедят твоего. Надо ему загон просто поставить и отводить загон. А, и потом, типа, делать снега. Типа там. Так, две кукурузы, картохи, морковки. Отлично. Так. Так, я куда-то положила. Я куда-то грядки делала. А, вот пошла средняя грядка. Во, я знаешь, что придумал? Куда нам? Нам межебери, в принципе, не очень нужно же, да? Межебери, ну, как бы. Да, в принципе. Я просто сейчас, ну, нужно с этими ягодами что-то делать, желтыми. Я просто взял рецепт, сделал из одной одной желтой, синей, красной и фиолетовой, короче, из каждой. Что-то будет. И будет пополнять здоровье на 1,25. И выносливость на 1,25, и еды на 2. Ну, потому что, чё, они только еду пополняют. Так, нам бы камень. Я, типа, хочу там второй этаж доделать. Сейчас. Так, для огня требуется топливо. И возьмем солому. А, я еще стимбери забыл.
Нет, нафиг этот рецепт. Будет. Так. Хоп. Если будет 100 таких, 100 таких, 100 таких, 100 стимбери и... О! Чё там? Короче, если всех 5 по 100 штук сделать, вот, то будет уже на 32, на 32 здоровья, 104 выносливость, 127 еды пополнять. Mm-hmm. Вот, хоть куда-то ягоды пойдут. Сейчас мы попробуем его запилить. А у нас дерева нет, там больше. Как-то нет. Нашла. Ну там уже закончилось почти. Двое суток. Посмотри, какой классный получилось. Угу. Какой пирог, весит целых 5 кг. Я сейчас еще один сделаю. Только уже без межабери, потому что межабери что-то маловато. Ну, там, наверное, межабери что-то не будет восполнять, типа. Так, это мы сделаем. А, он уже такой есть, что ли, поэтому... А, ну да, я ингредиенты не сложил. Так, 100, 100, 100. Стимбери тоже мало. В основном много синих, желтых, красных, да? Угу. Ну-ка попробуем. Так, а этот рецепт? Здоровье 19 пополняет.
вместо 32. То есть, когда все 5, тогда большой пирог. Я думаю, как орошать? Ну, так-то там вода рядом. Да, она как-то надо так. Даже не знаю. Трубы опять что ли, блядь, сраные делать. Здесь заготовку не дают опыта. Так, трубы. Камень, блин, мне надо очень много камня на трубы. Дерьмо сюда положил. А где у нас камень? Че, нету камня уже? Да, мне для труб надо. А, вон нашла камень. Чуть-чуть. Пулечка вообще самая. Как там твой динозавр? Блин, я забыла про него. Давай посмотрю. А, блин, кабан. Там возле дома пасся. Надо стрелу немножко сделать. Опять голодный, что такое? Блин, там волк возле динозавра ходит, а я не могу убежать, потому что у меня перегруз. Я иду. Сейчас я его убью. Уверен? Конечно. Он решил убежать. Нет, он был так разворачивается, как конь. Так, бегу, бегу, бегу. Твой олень! Олень сейчас будет крышка. О, ты спас моего оленя. Конечно, потому что кто-то там поставил. Это он сам там поставился. Спасибо. Там, по-моему, какие-то свисты есть, то есть можно, ну, так управлять. Да, он застрял в этом, он за мной ходит, как бы, но он застрял. Поэтому свисти ему, не свисти. Так, сейчас надо как-то сделать орошение. Не знаю, как это сделать. Так, мне нужно арбалет починить.
положить. Блядь, ебаный ленивец. Убить его. Да не, не надо. А то агрится, злобный. Делаю, короче, на высоте далекой. Тебя скидывай нормально все? Ну да, вроде как. Ты не вылетела? Нет. Так, теперь мне интересно, как это будет орошаться вот так вот. Опять кабан бежит, да что ж такое-то? Орошается. Орошается, отлично, все орошается. Если сверху поливать, орошается все. Я лень пришел посмотреть, как тут все орошается. Так, у тебя динозавр скоро того. Блин, да, бегу. Там какой-то такой интересный динозавр. Где? А, это, короче, альфач. Это этот, сумасшедший-то, помнишь? Ага. Блин, такой огромный. Хочу этого динозавра. А мы его себе в прошлый раз не убили же ведь, да? Он... Мы мелких запинали, а... А он убежал. Да, он убежал. Он опять свиту собрал. Ладно, в ту сторону не пойду. Ходит, но он мутирует. А, нет, мы его в прошлый раз убили. Помнишь, я же сказала, что у него, короче, ноги. Ну, он типа мутирует в курицу. Да. Лучше у него ноги такие куриные прям. И он начинает покрываться перьями. Там хвостик и спинка у него. Так, как у тебя там успехи? Да, вроде пока нормально.
собирательством занимаюсь. В принципе, у меня ягодки открылись. Это у ягодок открылось второе дыхание. Там, конечно, большие пироги, но... Хоть не бесполезные, хоть там теперь... Ну, нормально ХП восстановить можно будет. В крайнем случае. Там уже они хранятся двое суток. Они в эту сторону бегут. Идут. Динозавры? По-моему, да. Ну, вроде не идет, просто видно отсюда. Волки опять появились. Ой, я увидел, как резнулись эти мамонты, прям три штуки. Ты видела? Нет. Они прям так над землей так появились, и три штуки прям так упали на волка. Ну, волк, по-моему, волку хана. Да? Да, волку хана. Так. Слушай, нам надо бы с тобой пойти и поохотиться на кератин. Это, короче, нам надо пойти этих костлявых убивать. В принципе, вообще кого-либо убивать. Цемент нужен? Ага, цементная паста. Проще этих мокриц убивать. Макриц, а я еще бы либо. Ну, это нужно немножко вернуться назад. Да? Ну, можно попробовать. Сделаешь им, да, еще ящики потом. Какие ящики, кстати? Эти шкафы. Я на второй этаж поставлю, там, чтобы всякие семена были и прочее. А ты не тут лежишь.
Котиков нет. Сейчас буду. А динозавр сейчас отвалится. Сколько времени есть? Я не знаю, наверное, секунд 15-20. Дубильный образ. Ударь его просто рукой. Рука оглушает. Я ему воткнула стрелу в зад. Сейчас я прибегу, я там насобирал немножко. Спасибо большое. Че? Домой олень приземляется и насрал сразу. Бежать, расстариться. А шмотки, интересно, со временем не портятся наши? Не знаю. Я сейчас кожаную сверху, ой, точнее, меховую сейчас свою отремонтирую. Ах, черт. А, слиток металл? Че, металл закончился? Как он мог закончиться? Ну, в верстаке мне уже не хватило на починку. Я не брала ничего. Не, я знаю, там ремонт дорогой есть. Так, ладно, я за металлом. Там бешеный кабан бежит. Сейчас. Он тупой. Их два. Сейчас.
Хорошо, хоть один обратно побежал. Вот этого лево убьем. Тихо, боже. Не, чтобы они не хилили друг друга. А, да, давай левого, только у меня закончились все стрелы, все на свете. У нас стрелы. Так, один отвалился. Иди сюда. Каменная стрела есть. Отлично. Сейчас я его убью, не стреляй, пожалуйста. А то он как-то с другой стороны получился. Надо там, блин, забор поставить выше крыши. Не-не-не, он не со стороны воды отбежал. Свернулась. Так, ладно, надо забор тогда делать, а то он бесит. А как он пролез? Не через забор? Не-не-не, он просто вокруг оббежал. Так, дерево сломано. Побегают они у меня тут. Дальше продолжай ставить. Угу. Чтобы они там отплывали 2 часа. Только мне камня не хватает. Пошел я за камнем, чё? Так, чё мне... Откуда у меня столько веса? Так, вот. Сделаешь мне ящик, ага? Шкаф. Да. Так, дерево, солома. Так, я их в первый шкаф положил. Угу. Спасибо. 150. Ну, у меня... А, уголь. Уголь ушел. Отдельно что-нибудь для еды. У меня 5 стаков еды.
Так, динозавр сейчас это встанет. Да, бля, я бегу. Так, камень возле дома, который пусть респится, там будет этот. Кристаллы, по идее, должны. Угу. Блин, мне что нафиг не нужно. Семена ягоды наверху идут. Угу. Хорошо. Поставь у оленя, знаешь, ты этот как его, эту команду дала ему, чтобы он не атаковал ту цель, которую ты атакуешь. Ой, а чё они разные такие? Кто? Один, а, 7 штук. Пирожечки. Там один, который со всеми ягодами, а другой с тремя. Я мастерски. Только, блин, эта скотина вниз скатилась по инерции, блин. А нет, не скатилась. Дай-ка я попробую носорога. Сигнальный пистолет.
Тут ящик спустился, и в нем сигнальный пистолет. Меня просто сильно откинул, и я офигел. Носорог, сейчас. Отлично, зато он сюда прибежал. Ой. Все нормально. Ты уверен? Ты там так хорошо. Ай, Вероника. Фигасит. Кератин, мой любимый, кератин с него падает. Я так счастлива. Сколько? Две штуки не быстро упало. 16. О, неплохо. Это очень хорошо. Наконец-то. Так, шкурки кожи. Скидываю все. Я не знаю, как тут все раскладывать. Да, пофиг. Ой, что-то тучки набежали за окном. Еще мой давнич встанет. Блять, этот сраный ленивец меня очень вымораживает. Да не мешает, главное, не агриться. Ну, в плане не агриться. Может, я на Карнотавре его убью? У тебя стал, да, чувак? Еще нет, сейчас станет.
Так, я снова наверх. Блин, ну такие красивые динозавры ходят, там белый ходит. А мне достался какой-то бомж уродливый. Скажи спасибо, что вообще достался. Он такой красивый. Вообще. Ну там такие лапочки. Хорошо собирать травку, это не тратит энергию. Да? Да, пока восстанавливается энергия, допустим, там травку собираю. Картофеля. Так. А где олень потеряла? Так, олень? Он олень дома. Он что-то умеет делать, да? Он? Мой? Не-а. Под седлом, который ничего не умеет. Убивать умеет. И то плохо. Редкий цветок мне достался. Да? Да, я собрал редкий цветок. Вот с этих кустов, видимо, они собираются. Блин, надо пойти, что ли, поубивать кого-нибудь. Ну-ка, сколько у него хп? Мало, наверное. Хотя он вроде 10 уровня. Нет. 420. Пойду поубиваю. Нет. Это вот это, короче, я просто выражаю свое мнение, я тебя не заставляю там. Вот. Ну, в общем, это будет ошибкой. Он проживет меньше всех у тебя. Ты так думаешь? Да, я думаю, пусть он просто хотя бы подкачается сам по себе. Побегает там, ну не знаю. Жаль, здесь нет каких-нибудь додо, на которых можно качаться. Тут есть птица, но она меня убьет, наверное. Птица убивается с трех стрел этого арбалета. Ну, мой динозавр не умеет с арбалета. Тут это руда есть. Металлическая. Дохренище. Я приближаюсь. Советую тебе не приближаться, тут бешеный карнотавр. Ты мне не сказала, я приближаюсь или нет? В твою сторону, да? Подожди, сейчас я убью его и посмотрю, пожалуйста, а то мне тяжело это сделать. Я не знаю, ты нет. Ух, ну я убиваю, как бы.
Нет, ты удаляешься. Сейчас очень медленно приближаешься, это чуть-чуть правее взять. Вот теперь ты очень быстро приближаешься, прямо на меня идешь. А, ну все, я знаю. Наверное, ну пока тебя не вижу где-то там. Ну я внизу, ты меня не а, увидишь. Все, понял. Так, кабан. Я помогу тебе. Там внизу, да, говоришь? Но за мной никто не бежит, я. Где ты говоришь здесь? Дофига. Вот, вот сюда вниз. Вот тут вот. Вот тут вроде руда. Проверь. Сейчас. Ну, вроде бы она была рудой. По-моему, это нефть. Блин. Я тогда очень дико извиняюсь. Ну-ка. Да, это нефть. Блин, я почему-то думала, что это руда. Там бы, конечно, свинью бы убить, да ядрить. Агросвинья. Блин, я тебя опять потерял. Где ты? Я ее убью. Я там же, но я убью ее. Наверное. Очень надеюсь на это. Динозавры. Большие динозавры. Все, убило 13-го левела. Ух. Мой динозаврик справился. Весь, блин, обдристанный волки стоит. Я думал, бегу. Блин, динозавры к нам пошли. Фига себе, стамины сколько. Нет, этого я уже не убью. Волк. Черт. Да блин, дай убежать. Все, мы убили, суки.